Всем привет, моим дорогим подписчикам. Хотел поделиться с вами одним способом, наиболее результативно вылечивающим простудные заболевания типа ангин, ларингитов и фарингитов. Этот способ взят из хатха-йоги, так называемая поза льва. И те, кто его практикует, то есть выполняет регулярно, никогда не болеют этими простудными заболеваниями. Как его выполнить? Нужно сесть на коврик, можно просто удобно сесть в твердую позу, это поза алмаза. Или же, кто более продвинут, в подмасану, это поза скрестив ноги, или лотос поза. При этом руки положив свободно вдоль ног и потянуться макушкой, опуская плечи вниз, к небу. И немного втянуть в себя подбородок. Вот такая вот предварительная поза. В этой позе нужно будет максимально полно высунуть язык наружу и при этом издать чаще звук, как рев льва. Примерно так. Вдох. Таких движений нужно сделать несколько. Время пребывания в этой позе до 2 минут. Еще раз показываю. Макушка потянулся к небу, опуская при этом плечи. Руки лежат свободно на коленях. И высунуть язык максимально. Вот такая вот интересная поза, но она позволяет не болеть вам почти никогда простудными заболеваниями. Спасибо всем за внимание. Всего доброго.